Все кричат, ковид, вирус, все болеют. А мы сейчас будем себя осеменять, так сказать, настоящими бактериями полезными. Вот, смотри, купил ампулы с бифидобактериями. Это аптека. Бифидобактерии, настоящие бифидобактерии. Это не то, что продают в магазинах бифидокефир. Там полная ерунда. Там ничего такого нету. Вот, и лактобактерии. Лактобактерин, лактобактерии. Настоящие бактерии. Короче, вот сюда сейчас наливаю теплую воду, активирую их. И потом все это вот сюда вот высыпаю. И все, и получится настоящий бифидокефир. И настоящие бактерии будут внутри. То есть, это настоящий иммунитет. Поднимаем его на максимум. Вот залил сюда теплую водичку. Вот она. Вот так его делаем. Вот это натуральное деревенское теплое молоко мне привозят. Все. Сейчас мы сюда их, они размножатся и получится настоящий бифидокефир. Иммунитет делаем на максимум. И ковид нам не страшен.